Так, ну что, друзья, мы воспользуемся имеющейся у нас возможностью вынести мусор и заодно глянем, что вообще на улице происходит. Ну-ка. Большой проспект, улица Ленина. У нас сейчас около 2 часов дня. Ну, в принципе, у нас что, карантин не объявили. Я писал видео до этого, говорил, что у нас карантин. Но какие-то карантинные меры ввели. Так называемые. Так что, в принципе, свободно перемещаться как бы не стоит. Но люди все равно ходят по чуть-чуть совсем. Ну, вот большой. В принципе, одна из центровых таких улиц. Вот как видите. В принципе, пустой. Хотя, в принципе, тут и есть. В общем, как-то так на большом дела обстоят. Ходят маршрутки немножко, ходят немножко автобусы, троллейбусы, вернее автобусы. Но они по сути пустые. 2 человека. Еще один тоже пустой. Оп-оп-оп. Ну все, наши дозволенные 100 метров мы отгуляли от дома. Пойдем обратно.